кстати, это 10 много, а печенька 64-я, 71-я, 77-я, точнее. Средний. Охуенно, ну, такой же вопрос в целом. Ну да. Не, ну там заметно тоже. Слушайте, а у мобов есть пенетра? Вполне возможно, что возможно. Да. Сука, еще и с капом пенетра мобы в этот раз. Да, эти мобы пвпшатся лучше, чем половина рейда. У нас так-то 2R1 челика. Ну, я же говорю, половина рейда, а не весь рейд. Они за половину рейда идут. Так-то 2R1 челика, 2R2 челика, это я про себя с Донтом. И Гудлик, смотрящий, блядь, за ладером. Да, и Гудлик, о, Гудлик, кстати, отличный ник, смотрящий Гудлик. Потому что, ну, ты ничего показать не можешь, но смотришь охуенно. Подсматривающий, блядь. Подсматривающий. Это R4, да, подсматривающий? Давайте на все наоборот идите. Ой, ты меньше, ой, в сове, конечно же. Я один в танке, попробую пару с ТКшкой на себя собрать, там еще есть рог и есть еще хант. Я попробую через грейп роги начать, а вы ханта забираете к себе. Первый грейпает у нас хрипат, потом у него забирает дуат, потом сексик. Вы стоите, ну вот там вот где вот сейчас охотник и стоит в квадратике. Ребят, здравствуйте. Перейдите на правую сторону, к воротам. А, Карнес, ну, только через частицу, ну, не подходи прям совсем. Чё, Карнес сюда лез, эс? Что-то не видно. Если крестик пойдет к вам, то, ну, забирайте крестик на себя. Герой, естественно, с пула. Ну, как вам ружку притянут, так сразу герой давайте. Герос. Гера КД, да. А, Гера КД. Ну все, давайте Геру подождем. 2 минуты есть, что я хочу сделать. Что ты только что так широ делал? Перестань, осуждаю. Тогда за кофе ушел. 2 минуты. Ебать, а я ушел. Дал-дал, ушел. А сколько сейчас сферы? 1200? Пиздец. Я бы и сегодня сходил на Алгалон 10. Да и Кару можно было. Да, кстати, я бы тоже сходил в Кару. Значит, на разу все сегодня 25-ки. Так у Боба опять код донимает. Алло.
Боба кот клавиатуру захватил. По клаве прошел, да. Мяу. Ну что, готово? Гера уже появилась. Да уже все. Да-да-да. Сейчас, нет, еще не можно, фонта нет. Исполин, Роз, готовы? Да. 5, 4, я мазнину в себя грибну. 2, 1, поехали. А кто там вообще? Пойдет. А хули, блядь, Карнас, что ты там в центре чилишься, я не понимаю. Я второй рейд это уже не понимаю. Ну, ты за тебя все и пришло сюда. Мосфиры, давайте. Войд, Бэр, идеально. Раз разбились там, сам я ничего не вижу. Войд, Бэр, идеально. Хорошка, труп. Лок, давайте. Лок, играйте. У вас там вар, у вас там ДК, ханты, лоу. Не, у нас это, по-моему, похоже на вайп. Там у вас вайп, похоже, я вижу. Троих. Ну, мне так поебало, хорошо зарядили. Да ну не вайп, давайте, ебашьте, пацаны. А чё у Ешка? А кого мы бьём? Чё ты кажешь, я у Ешка бью? Ну. Хватит ауешить, алё, ДК. А ДК, там в этом боссе мора у вас это не кнопка. Она отсутствует. У анхолика есть ещё ауе, этот, блядь, болячка, которая при проке ауешит. Она прокает с вероятностью крита. И она прокает только возле цели. Она в радиусе прокает, но там шанс крита у анхоликов 35+. Ой, блядь. Фиры раздаём, ребят. Боб в идеального. А, КД у нём. Господина, значит. Лока убили. Ну, вара давай. А, или кто там у нас? Серетрик? Мага, мага играйте. А где маг? Не вижу. Трусы. Печенька. Трусы нет. Трусы. Да пошли нафиг, блин. Законтрольте паладина. Бегает там. Бурю крутит. Катите вара. Ну дайте окову магу, чтобы он не бегал. Кто у нас тут остался? Давайте в квадрат. Камаз Маздина в крестик сыграйте. Пофигу на квадрат, в крестик. Есть что-нибудь меня закинуть? Я дал тебе возложение. Хорошо. И этим забрал пару типов. Попробуй отвоевать. А там хилы были. Мне главное, чтобы ДКшка на мне остался. У нас, правда, из хилов только один этот. Так, да, сейчас Айнен, шаманизм, вы помогаете прохиливать рейд. На ком милики висят, не стойте на месте. Кайтите. Вы же просто умираете. Так, с квадрат.
Так, а у кого есть друидофин? Ага, у наглой рожи. Наглая рожа по... А, нет, подожди. Да, наглая рожа по этому корнеасу. А у всех да. Нет, там 3 секунды. Нет. Да. 6 минут, самый меньше. У наглой рожи... Я имею в виду озарение. Иннер. Да, у нас фин корнеас остался. Стон в меня прилетел, ты что, жулик? Так, все, пацаны, убиваем его. Паладина убиваем, забейте Навара. Он мне стан дал, представляете? Такой мы, конечно, не оставим. Диспел? Маз диспел. А, нет у нас пристов. Да квары там могут чарж стать. Ты думаешь, что так работает? Донт умирает там. Расмус побежал, возложение дал в донта. А он фуловый. Уже да, поздно. Долго бежал. Да, очень долго. Так, давайте в каиф у него молим. Это хил или не особо? Тихо, топор, чем бы так начали больно бить? Чё? Почему чемпионы так больно бьют? Меня рогу пробивал и ТКшка пробивает. Мне кажется, просто ты стал слабым. Вот мы сказали, что рог сильнее, чем поры. А в дерево давайте, в дерево. Шаман фиг знает где. Что сегодня пих упадет? Конечно упадет. Это обман. Не, я такого не видел. Две не папло никогда. Да ну, звучит как хуйня. Это стильно, как кубок пригорулил. Так да, она да. Разве не только с валик падает? Только с валик. Да две это фигня. Звучит как да. Мне кажется, тебя дразнит рост. Ну так нет, я в этом уверен. Оба уха по Сергею. Две руки, да? Я, кстати, видел шаем на x2. Шаем на 2. А чем он агро набирать будет? Ударами щита. Да. Ударом щита. Да. Да, все равно ретрики типа обузят за счет печати. Это че? Ну да, кстати. Не, лучше да куда? Они так уже не дамажат на x2. Ну
Ну, заебись, ну типа раньше ретрики дамажили сильно, а потом они прям сильно понерфили Триниус, Йога и этот. И крылья ретрику, и все. Все, я по танку нормально. Сказал Кубоп и умер. А? Страшно было? Ну, чуть-чуть. А даже не прожался. У меня нечего прожимать. А был бы ты коняк и мог бы стан дать. Шахмат? Ну я не знаю, какие там коняки стан дают. Да нет. Вот это ордынская коняка. Корова. Ну корова, ох. А, ну да. Ладно. Кто там различает вообще коней и лошадей, блядь? Я лично не особо. Я различаю. Так же, как с котами. Кот-кошка. Кто вообще коту и кошке различает? Я не особо. Там еще на берега упадет? Это вряд ли. Ну, конечно. Бля, нет берега. Не, ну ты смотри. Бля, красивый топор, хочу на трант. Более крутой схема. Там, по-моему, зеленый или какой. Смотри, как он горит. Прям вообще. Прям варды красивее. Прикольно. Как огонь. Да я смотрю, шаришь. За хип-хоп. Underground. Кстати, этот топор вроде Донта давал за половину. За 200. За 250 мне отдали на ДК. Ну это новый спек, наверное? Не. А ну, за 250 забирайте. Для ДК куда его? На ДК. Ну, так. Он типа он хуже Груловского и хуже этого. Он даже хуже 39-го. Ну, наверное, да. Даниэль, давай тебе. Не, он не... А, ну слушай. Ну, силы меньше. Очень красиво. Ну, на анхолик он точно хуже. Провар, ну да, меньше, знаю. Меньше силы. РПБ больше. Угу. Опа. О, а интересно. Ну, ловите. А... Ну, давайте, ладно. Да не, это файт. Не успеет нас поднять. Ну да. Ну да. А кто-то... У нас еще как бы лут пропал, ребят. Ну, кто-то хорошо нажал. Да, Аркет нажал. И там он ДКшник какой-то поставит. Не, запустил я этот. Кто запустил босса? Ну вот, да, я ДКшник у ворот стоит. Я шмот раздавал. Да. А он не появится? Нет. Всё. А какого хуя, блядь? Чем пропадает? Он и всегда пропадает. Да кто же знал? Я не знал. Порозу, блядь. Так не, а чё он спулился, я не понимаю. Типа он же никогда не пулился раньше. Там Пет ДК же стоял. Уже ДК там стоял. Пет вообще ворот стоял. А чё там было что-то полезное? Ворот это не мой. Ну там щит был. Что на низ майнен вам нужны они были? Да, с ульдой лучше. Не лучше в том-то и дело. В смысле? Сокет есть. Ну это не значит, что он лучше. Значит. Ну ладно, я просто посчитал как бы. Да я не пулил, это не я спулил, я запустил только. Да, ну трофей сверху обидно. А, как бы щит, ладно. Корнеса есть, шаманам не надо. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам. Карне знает, что говорит. Пусть состязания начнутся! Я пиво потанчу. А чё, они не выйдут, а выйдут. Давайте, белый это череп, черная это луна. Так, стоп, а кто ловит сфера? Ну, давай в танка тогда. Кто, хрипатый в танка? Нет, ты тогда в танка. Я сколько раз был в танк, и прыгай не падает.
Ну хорошо. Что же не здесь хорошего? Это плохо. Она просто, ну, не чувствует достойного конкурента. Да. Кучнее станьте. Ты хоть сверху возьми, понял. Я возьму, все норм. Да чё опасно, я все белое словлю. Хрипатый, лучше поздно, чем рано, правильно? Пять, четыре, три, два, один. Давай вот так вот, ну ты тоже чуть пару шагов просто правее повернись. Чтобы мы как бы. Да, чтобы мы как бы рейд защищали, а там просто бегает. Ну да, я с вашей стороны не ловлю. Ля, пролетел, гадина. Как на FPS, на этом боссе что-то маловато у меня. Кару куда-то отправился там. Ну вот ценили. Наглая рожа Кару БР. А что там у нас это, почему рейдер присаживается? Я все ловлю, что нужно. На Карнасу тоже. Ногой оружие в Карнасе. А, поменяли, бьем. А, не-не-не-не-не-не-не-не, с черной стоим. Правильно бьем. Ну, пробили. Дома. Войд Бэр из Полима, да. Да, я все каплю дал. Пристабав лапку, дайте по исполину. Взяли белую, бьем черную. Взяли белую, бьем черную. Кучнее станьте, а то я не словлю все, что нужно. Так, все, пацаны, прыгу этот, помолились, заказали. Что нужно? Да, это молитва. То вы видите, я не могу никого передамажить. Я еще без не отбью, что-то. Я забываю, я... Белая кастует, а все с белой стоят, хорошо? Да не с белой. Я выпадет мой светлый брат. Ну все, записали. Кишка у тебя. Будет обидно. Тут. Три штуки. Две. А что ты разбил? Хотел бы. Ты четыре пацанам не падает, так тебе приехали. Может, хоть во втором рейде выпадет. У нас и так во втором рейде полутали 4, это 4 гораздо больше, чем в первом.
Да, тебе куда? На мейнспек? Ну ладно, давай реролим, просто я не знаю, что тебе за шмотка нужна. Учитывая, что ты тоже 4 собираешь. Так и ты-то 4 собираешь. Ну, так это не работает. Да, Дон, ты же тоже Т4 собираешь. Да, Дон, ты тоже Т4 собираешь. Танком, так что осуждаем. Танком пошел и ролишь почему-то. Раз, Муса, давай, значит. Ну так нет, и тому пока Т4 нет, помню, типа одинаковый приор. А вы про кого? Вы про кого? Про тебя. Ну типа у тебя же точно так же, тебе, ну ты берешь Т9, пока Т4 нету. Ну да, да, да. Поэтому я ему отдаю. Я думал, ты этот, не отдаешь ему наоборот. А, не-не, у меня просто почему-то позвонок поступил, и это... У меня Дискорд переключился с наушников на войс. Нажимать? Да-да-да, этот-то можно. Я Дуата не могу найти. Исчезнет. А там полчаса он будет разговаривать. Да, он упадет уже... вниз. Не, он там потом не подобрать его будет просто. Я уже все разролил, никому ничего не надо было. Наручи не надо было. Тебе надо были наручи? Я ролю, кстати. Ты еще и ролю наруч. Ну хорошо, сейчас дам. Да, наруч, тэнка. У меня башня со стой надо. Крутите наруч. Дальше. Ты можешь и крафтовый за 150 кп взять. Крафтовый? Ну да, у нас сверки в ГБ лежат. Ну, я не мог. Ну, так нет, давай. Ты типа говоришь Донту, мне нужно 4 сверки, 150 ГП. Там есть у кого скрафтить, условно. И mm-hmm. берешь себе 4 сверки, 150 ГП и крафтишь. Наверное. Ну, докупаешь там ткань, но откуда. Ну да. Давай эти наручи обратно, я тебе лучше 150 за сверки отдам ГПшки. Да, вот так. Я 300 ГП. 300 ГП, конечно. Вы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Да на всех они сейчас не бисовые. Не, ну это да, у кого? Ну, вон это Синдор, это друид. Раз, это Валка. По-моему же. У него есть рецептик. Плечи вообще на приста падали? Т4. У кого этот наруч есть? Нет, не падал. А, только у друида Валка получается. Он карнет сделал. Да через кильту, чахните через профессию. Ну чё, что тут. А, слишком много их. Да мне с другой кильты сделали. Их. А, с другой кильты? Ну ладно. Не, а, в бой. Можно, у меня знакомый есть. Да найти не трудно на самом деле, их уже много рецептов. Ты стоишь на трэше, выходит двое, я ставлю черепок, черепочек я себе забираю, ты второго. Черепочек видим, черепочек сразу играем, второго просто кливом. Раз, есть рыбка? Хотя ладно, я ГБ поставлю. Я там накрафтил опять. Есть рыба, кушай. Кто у нас пусть будет? Синкай, давай это, сферки на тебе. Никто, кроме тебя, в них не играет. Первую сразу разбей и дамаж стой. Потом, когда уж босс закопается, ну чуть пораньше побежишь. Там разобьешь далеко одну. Давайте, кто поел, по местам встаем. Войд, есть фласочка на соброс? Тогда держи.
А ты выпил? Так, подожди, ты разве мобы чем-то бьет стихией какой-то? Дотка только, да. Ну и природа, жуки. Танков сильно они жрут, потому что, ну, ХП много. А мы Оню идем или нафиг? Да, да, но мы по времени очень хорошо. Ну давай сейчас с Ановым разберемся. Анон, у тебя что там? Все готовы? Ну, давайте. ДБМ запускаем. Проносим, пожалуйста. 5, 4, 3, 2, 1. Бля. Черепочек сыграли. Много летит. Все, просто кривые. Новый череп появился, в него играем. Клеиваем. Добиваем моба. Хант пошел, разбил. Отлично. Стой под краем, дам боб. Скажите, я тоже могу дать боб, если нужен. Тоже череп под край, дашь боб. А, стоп. Кого там он слышал? Перекинулся. Алина, ну ладно, посох. Мелких все в мелизону завели. Ставил. В него играем. Так и второго заведите под низ. Второго чё на другой лучше держим. Войт. Давай под босс его сразу. Не даешь дамажа честным паладинам. Летать умеет. Быстро, моба. Все отлично, в череп сыграли. Попасть в кучу просто. Не благодари. Все, босс. А, понятно. Ну, хорошо. Спок есть? А нет, вижу. Я не надо уже. Исполин, ты с ботинками?
Господин, еще тучка есть. Да не, очень надо. Наоборот, это писовая штука. Нет у меня тучки. Раз. А где ты ее потратил? Осуждаем. Он... в ДЦ. Да, в ДЦ спеки потратил. Ты что, в ДЦ тучку не берешь? Нет, слабо, блин. Ты сейчас скажешь, что ДЦ больше по форму играешь. Зачем такой ДЦ нужен? Ну, босс сюда придет. Пить его пока. Гудлик, дай раскол. Печали, ближе. Череп. Не успеем вряд ли. Да, бутеры и шипа законтролят. Ой, бутеры и спалин законтролят. Давайте, 1%. Отлично, успели. А, Керу? Что там есть? Да, Кера есть. Да это похуй. Так просто, чтобы было проще. Поднимите сейчас спальный бой. И все. Не, ну соло цел, я тебя пригнал. Кебаб, я за тебя. Что там, выебал? Выебал, да. Так это и говорится у нас на Украине. Бисовая тряпяшечка. Она не бисовая. Она бисовая, ну на шамана точно. На шамана, да. И на паладина, и на ДЦ-шку. Соло-таргет. Это у нее носит посохи, давай так. Ну да, да. Подожди, ДЦ тоже может с посохом гонять, там нормальные статы. Там меткости на нем нет. ДЦ хвоста, зачем она хвоста ему ДЦ? Ему с ПД надо просто замочить. В смысле? Не, да, зачем? У тебя, блин, 20% хосты идет. Терамор, накиньте портал. 600 и так соберется. Я посмотрел по шмоту. А похи обнаружены 250. Держи. Что у нас тут? Ботиночки. Это перчатки, ничего. Ну что-то, конечно, лут оставляет желать лучшего. Угу. Да, похоже, пароль или шаманизм. Ну, ты пароль был. Тоже он вряд ли успел зачарить. А у тебя больше приор? У него 10.2. А у него 11.8. Да, 10.8, да. Так, что тут? А, нет, шаманизм это на ноги кидал. Ладно, перчатки. Колечко. Шаманизм есть схождение? Исполин, накинь на меня. Что на тебя накинуть? А, все, вот там нормально. Я ничего. Все, спасибо. Роб, бля. Да, давай делиться. Что это такое? Не соглашайся, это хуйня. Не соглашайся, не тебе тебя. Все, надо это, да. Он хочет я себе... Я такому квартиру отписал. Он хочет себе 10 лишних статов. Тем более, что он танк, ему не нужно. Конечно. Да я анхоре собираю. Я на анхоре никогда Т4 не полутаю. Я в нем. А так это еще и на офф осуждаем. Да, это на офф спек. Ну, а мы все мы уже собрали. Нет, так люди на мейн же ролят. Хотите прикол? Да. Нет. Ты потанчишь. Ребят, а в каком ты поясе? Три последних рейда, короче, только на лоха падает. Кого?
Токены там. У кого-то их лига падает, блин. Да, у них только это, у них, короче, все локи уже. Я в два пуга рейда ходил, и в том, и в том упала прига. Ну, а один выролил, да? Ну, зачем ты мне это рассказываешь? Потом... Ты хочешь, чтобы я начал плакать? Чтоб ты, да. Что там за пизделка? Не знаю, я бабл нажал и ушел. А я просто побежал. Черти. Бля, надо выйти и ебало им сломать. А у нас в шкаф есть в инсте. Не подходите к инсту. Кубок пришел, да? Я прошел. Ну, ты фига в око зашел. Волк хорош. Если бы они ее добавили, еще и она еще ДП оставала. Звучит как название анальной смазки. О, это, кстати, чем еще... паладинам смазка? Анальная нужна. Ну, чтоб слез не было. А мне кажется, у них и без нее нету. Ну, ты паладин, ты знаешь. В следующем КД я не сделаешь проходку, я тебе вознагражу чуть-чуть ДПшкой за это. Давай. Второе КД уже. Ты все еще без проходки. На прошлом было то же самое, сейчас то же самое. Ну, как ты сглядел за такое? У меня уже даже 190 твин с проходкой. Ну, сокрыть Оню десятку, это, ну, совсем не сложно. Ну, с пугами бывает сложно, но... Такое... Самое сложное будет. С пугами, конечно, может быть весело. Да, в гильде можно собрать. Там гудлику, наверное, нужно. 16 твинка. Да, на мейна. Или он уже... Гудлик, ты локом закрыл, Оню? Да, он уже здесь стоит. Хорош. Чё там, кого еще сумнуть? Давайте. Я вас искать не хочу через хилбот. А почему 300, если 250 было? Да, шаманизм вроде снял, но он снял не то, что нужно. А почему у него... Откуда у него права? Шаманизм, что это такое? Ну, опять... Ну, понятно все. Права купил, а этот... А пользоваться не купил. Да-да, инструкции не прилагалось. Что, у Дуата и Секси Тролля тоже нету проходки, или как? На сексе нету 25, да, суммонец тоже. Да какого хуя, пацаны, уже третий месяц. Вот таблетки пошел. Так, ладно, давайте, я пошел всех, блядь, подряд. Бля, нахуй, что вы делаете? Типа, ну, ничего не изменилось, короче, за это все время. Да есть, есть. Просто он одному тому же человеку дает 300, потом снимает. Потом опять снял полтос и дал полтос. В итоге то же самое осталось. Весь КП, который у них был, там такой и остался. Он пытался, что? Да. Я Айнену дал 250, потом с него сняли 300. Сейчас я вам базу беру. Шаманизм вообще? Шаманизм, ты этот... Ты дал себе сначала 300, потом еще 50. А Айнену вместо того, чтобы... Ну, короче... Так, у Айнена минус 50 гп, вот ему там снял шаманизм на полтос больше. Потом дал, у него стало все нормально, потом еще раз снял. И Айна, ну, просто минус 100 кп подарил, короче. Блин, ну что? Зачем ему права? Ай. Нехер пьяным за руль.
Не понизить, а опустить, говори правильно. Простите, блядь. Опустите такого гудлику, блядь. Того смотрящего, блядь. Прибавьте каску помогу, пожалуйста. А себе сотку лишнюю оставь. Ничего не трогай, ничего не нажимай. Да, я просто сейчас это... Плюс 100. Все, у Айнон в ноль вышел сейчас. А 300 кп шаманизм плюс. И плюс 50 себе. Ай, ты... Что? А у кого вепон из вас? У Вайан и у шаманизма? У шаманизма. Шаманизма, окей. Го-го-го, выше с ней фласк остался. У меня 12, я успею. Я с флаской был самый внимательный, поэтому мне полчаса. Давайте, ребят, побыстрее. Самый сакрище. Да не-не-не, наоборот, я экономный. Кубов, ты в карму собираешься? Да, не. Я уже находился. Я тоже заебался, вот так. Кондёр надо. Да, я что-то уже подостыл к кондёру, знаешь. Ну, могу понять. Глаз забрал, теперь кондёр не надо. Чего? Говорю, глаз забрал, теперь кондёр не надо. Не, глаз в Алмире. Хотя про себя. Ну понятно. Так, секси без прохода. Да не, вот там, блядь, вот им можно ГП давать. Чё за фигня? Пять, четыре, три, два, один. Один. Вот, я надеюсь, что ты в танке. Хорошо. Хорошо. Ты больших заберешь, а я, когда оно слетит, маленьких. Потом босса. Побей пока в какие чёты. Прям уединился с драконом там дом. К стенке меня прижал. Опа. Короче, кокосовый кошелек теперь. Да. Дом, ты расскажешь. Гудлик раскол. Всем нехорошо. На пулы дайте сейчас Донта. Да, да. Шмак. Акро. Да, да, да. Чё, как бежать будет, Геру дадите? Да. Можете уже давать, наверное. Да, вот сейчас Геру. Давайте милики, тушите его. Вот так ему спину поцарапал, пизда. В этот раз еще, кстати, лучше, 59. 58 даже. Ну это там второй рейд был, сейчас первый. Второй рейд он сейчас уже скоро не особо слабее. Как лагает. Ну, он не особо слабее, так есть. В нем людей меньше. Не. Ну подведите мелких. Все, милики, пошли играть в этого стража. Только не поворачивай его в этот. Только мелких подведи, ничего ты.
Так я ДКшка. Я их убью сам здесь. Понял. Делиться не хочешь, да? Нет. Блин, а что, что ты делаешь, Войт? Куда? Наоборот. Уже все. Уже подвел в миликах. Побежали. 1%? Пошли добить. Да, 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 рез его убрал. Все, в большого, в мобов, мобов. Да не крути его, Войт, ну пожалуйста, ну нет. Шамана нету. Все милики в босса играют, кастера добейте стража. Да, у меня нет шамана. Уже есть. Милики в печеньку стали? Не. Нормально. Печенька, печенька, на макс ранжу. Чтобы вы не успевали за фир двигать до этого. Ой-ой-ой. Че, будет ставить поставить? Нет. Че он так часто видает? Как обычно. Упал. Вообще пизда. Хуже, чем с острова, если что. Угу. Ну, без того, что дырки нет, это пизда. Угу. С острова еще и без ДП. Ой. Задумайтесь об этом. Ну, 20, если в жизни есть, то задумайтесь. Походу не только этот шаманизм бухал сегодня. Дон тоже. Дон сам вместе бухал, ему надо. Но они хотя бы в одной пати, все не сильно плохо. Это не та голова. А какая тебе голова? Тканевая. Так я тебе ее и скинул. Да, правда? Вот. О, я это... Дважды на грабли вроде не особо лезу. А... Так, ты Айна, ну сними, ГП за плащ. Да, да. Да, и Корнесу дай, если он будет брать. А почему мне если Спалин забрал? Я не забирал ничего, не надо. В смысле? Не, у меня нет плащ. Мне он не надо. А, ну так давайте мне его. Так, во-первых, у меня его в сумке нету. Да, его Айнон передаст. Айнон передаст, да. А, ну... Скажешь, Айнон, вот это... куда подойти? Вот эта сумочка нужна кому-нибудь? 22 сота. Только она уникальная будет, если что. Ну, бутер. Кому по запам отдать? Сфера взять. А посмотри в кильдии через профессии, может у нас есть кого-то. Должны быть, по-моему, кто-то забирал.
Рецепт. Если нет, то вон у Корнеса посмотри, кто там контакт. А сколько вообще сферок в УГБ? Не знаю. Да, бери, бери. Да, блин, слушай, народу и кого там хрен поймёт. Да, никто не берет. Они там лежат. 12 сфер лежит. По идее, их брать надо, потому что, ну, это классно. Это классная штука. Ну, кстати, он Суза тебя взял, он писал, типа, в прошлый раз, что хочет взять. Типа, что ты его постоянно от этого. Так я ему выдолжил. Да продайте их нафиг, да все. Донт, я бы тоже взял. Есть? Я и этому и Анону выдал, и Корнесу выдал на этом КД. А этот, если я сейчас на Твинаре логнусь, мне ЕП придет на приста, я из рейда не выхожу. Да. А, вливать нельзя. У Сингуларса есть, я смотрю. Войт, Войт, давай тебе сумку, ты единственный, кто здесь остался. Он вышел. У тебя, так, у тебя слишком подожди, много таких предметов. Я начисляю, да? Да, мы начисляем. Ой. Слушай, ну в следующий раз заберем. Заберет. Не, у меня 20-часовый. Да, а чё шмот Sony за ГП идет? Не, а что, нет, что ли? Часть.